Проект вступит в силу с 1 января, однако первые сбережения можно будет отслеживать в начале февраля через официальный сайт ЕГОВ. Денежный капитал можно будет снять только при достижении совершеннолетия. Нацелены они будут на получение образования или покупку жилья в Казахстане. 29 ноября 2023 года состоялся День открытых дверей в АО ЕНПФ на тему «Национальный фонд детям». День открытых дверей, Единый накопительный пенсионный фонд, по традиции принимает своих гостей, чтобы разъяснить цель социально значимого государственного проекта «Национальный фонд детям», механизм его реализации и ответить на интересующие вопросы. Пока ребенку не исполнится 18 лет, доступ к просмотру накопительных сбережений будет у родителей. После совершеннолетия родители потеряют доступ к отслеживанию. Однако, если ребенок недееспособный, то права использования средств будут представлены родителям. С 1 января 2024 года по поручению главы государства запускается проект «Национальный фонд детям», согласно которому всем детям, гражданам Казахстана, ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан. Сумма, начисленная детям, продолжит инвестироваться в составе активов Национального фонда, и на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход. Также, если ребенку исполнится 18 лет в 2024 году, то, несмотря на это, он все равно получит выплату за 2023 год. В случае, если деньги не будут потрачены в течение 10 лет после совершеннолетия, сбережения автоматически будут переведены на индивидуальный пенсионный счет. Евгений Борщ, программа «Факт».